пусто. А ключ, наверное, у мамы. Пустите! Через окно на кухне? Да я понимаю, у нас челлендж! Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть в Schoolboy Runaway. И сегодня, ребятки, очередное испытание. Но перед началом обязательно поставь лайкосик, а также залетай в Телеграм, уведомления плюс расписание. Ну, если что-то с Ютубчиком случится, ты понимаешь, как бы мы будем на связи, так что залетай. Короче, ребята! Блин, ну в метель-то да, прикольная игрушка. Тёмыч, залел, пройди Schoolboy, не открывая окно. Погнали, братишка, отличное, отличное испытание. В общем, вперед. Я, правда, не знаю, Топси проходил, не проходил. А если проходил, то на нормале или на челлендже? Но он у нас легенда, поэтому, мне кажется, он проходил. Так еще и на челлендже. Потому что знаю, что один слот он точно проходил. Теперь сиди, учи уроки из-за какой-то ошибки. Ну, мы, правда, пощупали на нормале, друзья. Вот. На челлендже, скорее всего, попробуем чуть попозже. Так и тут также, ребят. Также, ребят, обновили игрушку. Прикиньте. Я думал, что там добавили, что такое? Различные языки добавили. Вот, это тоже интересно. Но, блин, когда вторая глава выйдет? Боже мой, друзья. Я реально очень жду. Так, антижир у нас тут есть. А, кстати, да, ребят, на какую концовку сейчас пойдем? На вторую или на четвертую? Вот в чем вопрос. Хотя, погоди, а как мы на вторую пойдем? Там же надо запирать мамку. А кто нам откроет дверь? То есть, нас самое такое испытание нельзя ни в коем случае окно открывать и через него проходить. Вот это капец на самом деле. Блин, интересно, интересно прям. Так, ладно, давай быстренько идем. Заколочка. Ну-ка, что у нас тут? Ничего понятно. Так, тут. Может, молоточек где-то будет, не? Угу. Кстати, я вот сейчас так подумал. А что, если пройти вторую концовку, не запирая мамана? Прикинь, маманю чисто не запирать? Как вы думаете? Блин, Топси, наверное, тоже это проходил. Офигеть. Так. Ага, понял. Хорош, сюда. Ну-ка, что у нас тут? Ключики. Нормально. Экс. Все. Вылетаем отсюда. И давай включаем компик быстренько. Так. Компьютер врубаем. Ребята, что там, собачка? Нужно. Обязательно нужно накормить. Полюбасу. Ну так-то интересно, слушай. Мне бы было интересно. Реально. Если мы мамку не будем закрывать, как это вообще будет? Так, фейк. Понаберут же по объявлению. Угу. Пойду гляну, кто там мне пишет. Ключик применяем сюда. Вообще интересно, как нам возвращаться. То есть, представь, мы, конечно, выйдем. Мы сможем выйти, друзья, это легко. Мы просто в звонок позвоним. Но что дальше? Нам зайти придется, знаешь как? Дожидаться, когда маманя... Чисто-напросто. Погоди, а что там было? Не это. Все, закрывай. Тинг пошел, отлично. Лапочку мы с тобой раздобыли. А батя пока не проверяет. То есть, если нас начнут проверять, это пипец. Нам надо как-то оказаться дома. Я не представляю, как... Блин, ну это просто офигенно. Так, молоточек имеется, ребята. Нам нужны гвозди. Радио, все дела. Тут заперто на ключ. Надо где-то поискать. Так, чё, может, у бати еще поищем? Давай-ка его отвлечем. Батя, ну-ка давай-ка еще раз. Чё-то придавило. Ну, блин, я не успел. Я вот, ну я немножко не успел, ребят. Просто доля секунды. Ну, ё-моё. Нам сейчас надо быстро разогреть то все сделать. Так, я, естественно, закрываюсь. Надеюсь, батя не будет. Только не проверяй меня, окей, батек? Пожалуйста. О, найс, гвозди. Так, ни в коем случае не открываем. Вытяжку не запираем. О, еще и спрей, нифига себе, у нас предметов уже. Найс. Так, все, я разогревать. Все, пора, быстро. Во, батя, вот, займись делом, правильно.
Главное вытяжку, короче, не трогать. Блин, как-то там, по-моему, маманя. Неужели мы успеваем просто идеально все? Хорош, хорош. А где ключ? Погоди-ка. Здесь кто-то был? Точно тут ключа нету? Короче, чуваки, если вы знаете какие-то еще прикольные испытания... Вроде принесло. Или там баги прикольные, напишите в комментариях. Я хочу посмотреть, ребятки. Так, все что ли? Все успокоились? А, погоди, маманя должна выйти. Блин. Нет, не сейчас, братишка. Я, конечно, все понимаю, но не сейчас. Сейчас пойдем. Ничего. Все, let's go, пацаны. Давай. Так. Одну минуту. Давай, маманя, погнали. То есть мы сейчас выходим, и вот вернуться будет, ну, тяжеловато. Так, маманя. Блин, грабли. Аккуратно. Вот, я бы показал, как надо. В бочке, наверное, антижир. Нет, там палка, пацаны, там палка. Пожалуйста, мама, только не проверяй меня сейчас. Надеюсь, что она сейчас не будет нас проверять. Блин, все идеально. Просто все идеально. Ребята, разворачивается. У нас есть время. Так, у барбосика палочка. Давай сюда, барбос. Ля, обмен. Так. Тихо. Все, тут врубайтинг. Найс. Найс, хорош. Но нам нужна еще, блин, отвертка. Так, я предлагаю, пацаны, сразу же тогда пойти и поглядеть, что там. Так, мы такие проходим. Ну, показалось, батек. Тебе показалось. Есть. Найс. Всё, хорош. Блин, нам только единственное надо будет вернуться все-таки. Так, быстрее, ребят. Так, ступеньку сюда. Отлично. Прям все шикарно идет. Найс. Блин, мама. Входная дверь заперта. А ключ, наверное, у мамы. Пустите! Ну как мне попасть? Нет, там есть звонок. Но если бы он мог руку через калитку чисто... Вот как бы нажать, просунуть. Может, а так мне вообще никак... Может, вылезти во двор через окно на кухне? Да я понимаю, у нас челлендж. Создать повод, чтобы мама открыла его сама. Нам нельзя это делать, понимаешь, в чем прикол? Я-то понимаю, конечно, хотелось бы просто... Оп. У нас челлендж, нельзя так делать. Так, нужно, чтобы маманя уже быстрее это все делала, понимаешь? А! Мы можем, кстати, умом. Умом, кстати! А что, если отключить вытяжку? Тихо. Да я понимаю, что отключить вытяжку, это все понятно. Так. Быстрее, чуваки! Что здесь случилось? Быстрее. Тихо. Офигеть, просто умом, как же мы проходим. Если бы это еще был бы челлендж, блин. Стой. Это имба была бы. Но, ну тоже прикольно на нормале. Чисто вот без окна дура. Проходить.
Надо пойти отлить. Блин. Надо полить цветы. Надо отлить и надо полить цветы. Офигеть, вы, конечно, сгруппировались. Так, ну и все. Ребятки, меня сейчас проверяют. Получается, что я дальше делаю. Мы отверткой отверчиваем там от швабры ступенечку, скажем так. И все, все, у нас чисто весь комплект. А мне, кстати, друзья писали, я вспомнил. Знаешь, какое? Типа испытание. Помнишь один слот, да? И я проходил, если что, на вторую концовку. И мне написали, попробуй на четвертую пройди, ну через крышу. Типа Топси не проходил. Ну, ребята, я, конечно, все это понимаю, но как нам пройти с одним слотом, если нам нужен и молоток, и гвозди, ребят. Это уже два слота, понимаете, в чем прикол? А там, скорее всего, даже три будет занято, потому что нам, ну, еще ступеньку вот надо. Показал, эту деревяшку. Ну, две мы можем сразу положить, а третью так... Ну, хотя... Ну да, у нас так и так. Не знаю. Учишься? Да-да-да-да, маманя, все нормально. Давай-давай, иди отсюда. Все, пора сбегать, ребятки! Учишься. Погнали. Погнали, чё. Погнали. Все. Все-все-все, нам что нужно? А вот что? Все. Так, ну... Тимс, тимс. Все. Ну, не знаю, вот так вот. Иду, иду! Давай, давай, маманя, выпускай меня уже! Опять 25! Все аккуратненько. Слушай, ну это прикольно. Вот когда я первый раз играл, да даже второй, третий раз играл. Блин, чуваки, это капец, как сложно было сбежать. Чисто когда играешь в первый раз, и так сложно сбежать. А сейчас мы чисто добавляем себе такие испытания. Это прикольно. Так, маманя вроде бы... Все, да? Да, все, она пошла уже обратно. Так, здесь гвоздички есть. Что такое? Вроде бы все норм. Открываем. Заперто на вертушку. Ну, я вижу. Я уж на секунду подумал, неужели вертушка перестала вертушить? Сколько можно? Все, пацаны, найс! Мы чисто прошли без окна. Куда это ты собрался? Нет, да все, маманя, все! Нужно разбежаться и прыгать прямо на сено. Нормально. Все, побежали. Молодец какой! Хорош. Ну что же, друзья, а на этом все. Обязательно поставь лайкосик, залетай в Телеграм. Бай-бай, дорогой братишка.